Развитие экономики столицы, появление новых рабочих мест, налоговая дисциплина – это основные вопросы очередного заседания Чебоксарского городского собрания депутатов. Юлия Важенина подробнее. В малом зале городской администрации не было ни одного свободного места. На заседание на этот раз пригласили не только самих депутатов, но и руководителей различных предприятий столицы Чувашии. Говорили об экономике, что является локомотивом движения, на что тормозит его. Здесь никому не надо было объяснять, как стабильная работа малого и среднего бизнеса влияет на комфортную жизнь горожан. Зашла речь и о строительстве индустриального парка. Всего на территории этих парков разместятся 26 резидентов. Все они, участки уже разыграны на конкурсной основе. Будет открыто производство электротехнической, машиностроительной продукции. Предприятие наладит выпуск турбокомпрессоров, автокомпонентов, спецтехники, теплоизоляционных, кровельных и композитных материалов. Ну, в принципе, примерно просчитывали, это даст... позволит нам создать 1500 новых рабочих мест и с уровнем выше дохода среднего по экономике. Налоговая дисциплина, к сожалению, свойственна не всем предприятиям. Информстандарт, Софт, Креатида, Мастерстрой, 146 организаций задолжали городу 115 миллионов рублей. Работа по погашению задолженности ведется. Значит, по предварительным данным, за первое полугодие 2017 года инспекции по городу Чебоксары собран в городской бюджет 1 миллиард 313 миллионов рублей, что составляет 121% к уровню, к аналогичному уровню 2016 года. Значительное увеличение темпов роста поступило. Это деньги, которые поступили у нас от предприятий, которые входят в концерн «Тракторные заводы». Будем надеяться, что и в дальнейшем они из графика выбиваться не будут.